Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Devil May Cry 5. Так, это у нас миссия 9. Генезис, я забыл к прошлой серии прочесть. Да, в галерее как раз и про оружие прочтем, что еще про прошлой серии было у нас. Нам дали сколько? 3 новые рукавички, если не ошибаюсь. Библиотека. Так, здесь ничего новенького. Приемы. Так, стоит, давайте приемы. Я хочу все-таки посмотреть. Так, макс действия. Нажмите Е сразу же после атаки. После атаки, чтобы полностью заполнить шкалу. Оно не работает ни хера. Не одурите. Отчеты предметов. Оружие. Оторва. Так, оторва. Возможно, в этот раз я переборщил. Я хотел изготовить кое-что для усиления твоего меча и пушки. Ну, мощь этой штуковины просто жесть. Боюсь, управлять с ней будет непросто. С другой стороны, вы, ребята, любите... Так. Строптивых. Строптивых, блядь. Вы любите, ребята, строптивы. Так ведь? Бережность, не обращайтесь, и тебе... Так, воздастся. Чё, блядь? Окей. Ковбой. Ковбой. Подземный металл, добытый нами из... Гильгамеша. Это который был здоровый, тот из металла создан. Известен созданным им... Так. Импульсами, но прикинь. Вместо того, чтобы сделать очередную штуку, метающую ударные волны, я создал руку, которая превращает его в тонкое мощное оружие. Оно прочнее твоего троса, поэтому с ее помощью можно поднять врагов, с которых трос не справляется. Конечно, ее также можно обманывать, так, обматывать вокруг демонов, чтобы пробудить их на куски. Выбор за тобой. Как ты выглядишь? Давайте, может, эту возьмем, чем обычную руку. Рек-тайм. Выпирать законы времени и пространства, ты еще загадка даже для того, для такого гения, как я. Ну и имея часть тела Ангериона, что притащил Ви, мне это удалось. Я сделал самое время, так, самое время оружием. Так, здорово, правда? Я супер или как? Эта штука, так, остановит даже самых надоедливых демонов. Ну, на время, разумеется. Работать с этим материалом было непросто. Не поток мне эту штуку. Так. На потом мне эту штуку не поставил, поэтому использую ее с умом. С умом, лады. Как ты выглядишь? Как часовой механизм. А, тут, смотрите, тоже время есть. Так, и вышибало. Так, создавая эту штуку, я преследовал лишь одну цель. Воссоздать демоническую руку, что украл тот урод. Думаю, ты давно не шевырялся так, всякую мразоту. Тогда возрадуйся, у меня получилось. Эта рука позволяет без труда кидать демонами. Кидаться демонами. Или, если на то пошло, вдалбливать их в землю. На время, во всякий случай. Но черт, так, прочнее нее я сделать... Ее не сделать, клянусь. Как ты выглядишь? Такое. Так, все, у нас больше нету ни других рук. Бафомет. Так, среднестатистический демон слишком туп, чтобы это так обратить свою силу в магию. Но этот парень исключение. Да, он владеет только льдом, но это вполне достаточно, чтобы убить тебя. Так что не тупи. Только глянь на это уродливое. Тонюсенькая конечности, физическая сила на ее не его конек. И он это знает. Он будет пытаться сохранить дистанцию и отражать выстрел магическим щитом. Теперь придется либо подойти к нему вплотную, либо ждать, пока еще щит не слабнет. Да, никто не говорил, что будет просто. Так, по боссам на что? О, 8-я миссия. Это когда он уже встал, да? Что ж, теперь понятно, что задумал Урезет. Он
присосался к корням Клипота, чтобы поглотять его силу. Он сражался, сидя из презрения, но потому что только так он мог впитывать всю силу древа. Очень странно, что он решил разорвать контакт с древом и начал двигаться. Так, останки Клипота, торчащие из его тела, доставляют кучу хлопот. Они подчиняются воле Уриза, который использует их для атаки и защиты. Не понимаю, как ты выжил? Ну, знаете, блин, что бесит, это его щит. Щит очень жесткий. Это что, еще два раза с ним буду драться? Или как? Так, и по героям у нас... У нас один, два, три, еще три героя каких-то. Ну, скорее, еще одна девка там должна быть, да, у нас? Ниша. Данте. А третий я без понятия. Ладно, хотел сказать, ладно, давайте на этом закончим. Я вспомнил, что я только серию начал. Так, ладненько, поехали. Генезис. Может, сейчас мы быстро врага бомба. Пока Веб был поглощен поисками Спарды, Нера решил сам бросить вызов Аризену и явился к владыке демонов в одиночку. Так, желанная месть была близка, но Оризен обрушился на Нера. Так, невиданную мощь, с которой тот был не в силах справиться. Казалось, конец близок, но тут в битву вступает таинственный демон с красными глазами и отразил натиск Оризена. Понимаете, это второй раз, когда мы должны были проиграть. То есть, я дрался, и я думал, что это уже финал, но... Нет, увы. Ну, хотя... Третье мая 2008. Несколько недель назад. Мог бы и постучать, Моррисон. Да, мог бы. У меня есть хорошая и плохая новость. Выбирай, с какой начать. Не томи. Значит, с плохой. Леди Петти жутко ненадоедливая. Недовольна. Видимо ли она хотела пригласить тебя на день рождения, а у тебя телефон не работает. Соображаешь, Моррисон? Заметил, что электричества и воды тоже нет. Ничего другого я не ожидал. Ну и в чем же хорошая новость? Ну, есть работенка. Наличная оплата вперед. Наличная оплата вперед. Мне уже нравится. Воды довольно не было, а унитаз... Без нее... Ну, я понял, о чем. Не таз без воды. Вода, газ, электричество. Оплаченность твоего... твоей доли. У тебя ведь теперь настоящее агентство. Devil May Cry. Данте, ты хоть представляешь, сколько раз я тебе звонила? Божечки, да у меня же днюха, сегодня праздник. Ей мне 18, я уже не маленькая. Это дочка, если что, там чья-то, которую он спас. Вот что, Моррисон, я возьму за тобой работенка, только если ты избавишь меня от этой адской вечеринки. Считай приглашение отклонено. Познакомься с моим работодателем. Подуй-ка я... Так, леди Итридж, тебе потребуется помощь. Что? Эй, ты что, думаешь, я сам не справлюсь? Работа серьезная. Очень серьезная, Данте. Тебе пригодится помощь. Ну, и как тебя звать? Мне только два дня. Нет, у меня пока еще нет имени. Ну, по книжке будет В, да? Шучу. Можешь звать меня В. Или Ви. Ладно, Ви. Будь добр, расскажи мне все об этой работе. Скоро восстанет могущественный демон, и нам нужна твоя помощь, Данте. А знакомая песня? Знаешь, сколько раз мне доводилось слушать эту же самую фразу? Это... Особый случай. Особый? Хорошо. И что же тут особенного в этом случае?
А демон этого можно приравнять к чему-то там? Резонному или причине? Почему так быстро, блядь? Имя-то у него есть? Найс, найс, найс. Хорошее имя. Good name, good name, good name. Ну, сохранение. Ага. А сюжет. Пока вы был поглощен поиском Спарда, Нера решил сам бросить так было. Мы еще даже миссию не начали. Так, совет. Форма демона заставляет тени и грифона автоматически атаковать врагов в оставшееся время. Походу мы за вида будем играть. Если нам его показывают. Круто. Клики, клики, клики. 15 июня, 10.06. А когда за Данте играть? Я Данте хочу поиграть. О, новые враги, ништяк. Какого дьявола? Нашел? Сам не знаю, что я нашел, но там демоны вроде как танцуют. Что ж, значит двигаться дальше. Двигаемся дальше. Дьявольский меч Спарда уже близко. Демоны, которые танцуют. Найс. Так, исходя от корня клипа-то. Исходит, исходит. Исходит, исходит. А где тот заряд? Так, кажется, я немного потерялся. Или нет? Так, это где демоны, да, танцевали? Ой, еще новый враг. Какой-то червяк. Или псина. Это псина. Неутолимый голод. Бегемот. Ну да, есть типа такой мифологии демон. Эй, а чё я телепортнулся к нему, слышь? Давай, 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 давай его. Убиваем его или как? Да, убили. Так. Блин, нужно душу на Данте собирать. Я хочу за Данте поиграть, блядь, заебали. Давайте за Данте сыграть. Мы только за Ви играем, мы за это. Неро, и все.
Эй, атакуй, атакуй, атакуй его. Я понял тебя. На что я надеялся? Нужно кошака будет прокачивать. Эй. Да вот туда мне нужно, алло. Блять, ты тут тупой что ли нахуй? Там вон кристалл, алло. GG. Хрен достать, я понял. До свидания. Круто. Ладно. В воде было сказано, что он Синови может ломать врагов, поэтому что-то не так, да? У меня даже этот не работает нормально. Молния. Ужас. Птица не работает стандартно. Птица херово работает. Ладно, все-таки я ошибался. Только я не знаю, насколько там нужно так долго держать, чтобы она заработала. Так, ладно, кристалл душонки. Больше мне некуда, да, было бежать? А, в дом туда тоже не зайти. Ладно. Окей. Странно, здесь все работает на самом деле. Тратишь ему времени, чтобы оно нихера не работало. Пипец прочностью этой херовины.
Немного пролетим. Ой, блядь, они еще и стопят меня. Это нужно херой убивать. Слышь, псина. Неужели убил его? Пока типа добиваю, пускай. Жопа. Сиси. Сиси, сиси, сиси. Получено. Ого, сколько сгустка крови. Так, здесь ничего не спрятано. Почему ты автоматически на него не садишься? Подумал, секретная миссия. Да я тебя, как мне тогда туда попасть? Ну, это путь в одну сторону. Или снова такая же херь будет, что, блядь, могу туда попасть, и по сути не могу туда попасть. Да? Горит. У меня жопа горит. Если спросить, хотите узнать, типа, какой мне этот? Карта, видеокарта у меня GT... А, не, или NVIDIA. У меня NVIDIA. А так у меня GTX 1060. Что ты притих, Пи? Раскрывай, это бесполезно, но воспоминания мне приносят только боль. Как на скейтборде катаемся? Ой. Готово. Эй, вы что, дауны? Вы нахера мне сталкиваете? Пипец, они умные. Блин, если вспомнить битву с конем, мои тут быстро начали паточки ложиться. Бац, бац. О, мои рептилии уже покоцали. О, отхилилась рептилия.
Снова накоцали рептилию. Ти-ти-ти. Тройная сисечная. Так, я видел там хил. Не по нутру мне это место. Но думаю, это так правильный путь. Ну знаешь, и там то, что мы ходим с тобой по кладбищу. Умри. Давай, убивайте его быстрее. Мне кажется, так легче телепортироваться к врагу, чем купить за 45 или сколько там тысяч. Чтобы он автоматически атаковал. Ага. Осколочек. Давай. Думаешь, Данте погиб? Вероятнее всего. Ему ведь так не часто кто-то там. Я играю. О, вот это большая зона. Изи просрано. Я не понимаю, кого я бью, зачем я бью. Как я бью? О, вихимот появился. Как же это все долго происходит? Ой, по мне попали. И остался ты. Давай. Изи. Добивай сразу его. Ну смотрите, зато после его убийства дают сразу эсфу. Так, поехали. Если бы у нас был дьявольский меч Спарда, быть может, Неро... Что? Пошли прочь! Ты кто? Так, это здесь, да, были тогда эти танцовщики?
Бля, стена призраков. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Ну, добивай, добивай. Не, ну с помощью него быстрее убиваешь. Его же коса уничтожила. Ой, тихо. Убивание. Давай, 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 давай. Давай, быстрей. Изи. Си-си-си. Smoking sexy style. Так, хилимся. Здесь больше ничего, да, не было? Вдруг что-то пропустил. Я не понимаю, это как катакомбы или этот? Как оно называется? Театр. О, телефон и будка. Здрасте. Смотри, Ви, телефон. Проверь, он работает. Фу, это последняя серия, потому что у меня жопа болит. У меня как раз там уже места не хватает. Ну, мы будем на Данте собирать уже денежку. Ладно, брат. Куда дальше цыпа моя? Увидимся, он сказал. Невероятно. Так, давайте мутить. У нас 49к. Я бы такой, чтобы тень улучшать. Это куплем. Куплем. Шпага. Долгая. Энергия тени. Если она типа сдохнет, да? Хотя го прокачаем. Сколько ты стоишь, блядь? 35 кусков, нихера себе. Ого, стоишь ты. Ну, сфера силы я не буду покупать. Я почти ее не использую. Белый бонус увеличит шанс увеличения целых сфер, когда активен кошмар. Требуется больше сфер. Увеличит радиус сбора сфер над. Повышение. Сделать демонического зверя кошмара.
А, это же соединение, точно. Так. Там. Так, уже 3 часа ночи. Так, а мне завтра на учебку. Изи. Такая сила. Она исходит от дьявольского меча Спарта. Никаких сомнений. Это меч Спарта. Ого. Это какая-то ритуальная хрень, я прав? Устроили Так, никто. Аномальный аватар. Аномальный. Я забираю это назад. Эй, там какой-то щупальца. Между прочим, ваш надоедливый культ совсем не радует Спарду. Но это... Ого. Это типа не босса? Или это ж босс? О, они вдвоем напали. Давай убивай их. Еще один появился. А вот эти лягушонки сильные. Я замечу, что они сильно блокируются. Давай, добиваем. А, его слабость в глазе? Си-си-си. Но это не босс. Да? Или это босс был? Прикину, это босс был. Сейчас бы не потратить энергии на боссе. GG, ребят. Это, кажется, был босс. И то есть я экономил все это время заряд голема. Классненько. Very nice. Ого, какой он. Значит, у меня и все еще недостаточно сил. Почти получилось, буквально чуточку осталось. Упорный ты парень. Не спорю, но говорю откровенно. Ты просто ха-ха. Эй-эй. Ну ты не обижайся. Тот мальчишка Неро, у него силы предостаточно. Говорить умеет. Данте.
Знаете, он типа в объятии смерти получается. У меня даже слов нет. Я... Он живой! Живёхенький! Дьявольский меч Спарды скрывал Данте от взора демонов. Вот как можно быть таким безумным, а? А везунчиком, а? Ну, Ви? Не-не-не. Ты это... Держи себя в руках. Если бы ты смог убить Уэрона. Если бы нет... Нет. Ви, не-не-нет. Если бы ты не появился на свет, то я бы... Не делай этого, Ви, не-не-не-нет! Вау. Ну, мы все на Се, в принципе, выполнили, поэтому... У нас 50к. Вау. Я изначально, по трейлеру думал, что это он сам себя, типа, хочет свое отражение убить. Оказывается, это был Данте, Мятежник. Следующий пробуждающий. Или пробудившийся. Скорее всего, следующая игра уже будет за Данте. Мы будем Данте полностью прокачивать. Вначале нужно будет урон, ему все в такой вкачать. Ну, то, что ближе к урону. Поэтому всем спасибо за просмотр. А, нет. Не-не-не. Пойдите, херовина, это боссы, да, у нас? Но они быстрее похожи на рядовых врагов. Легенда о Спарде. Мир демонов никогда был связан с миром людей, и тогда правитель мира демона Адбрута обратил свой взор на людские обители. Однако один из демонов встал против своего владыки и встал на защиту человечества. Это был темный рыцарь Спарта. Вооруженный огромным мечом, нареченный его именем, Спарда сразу так сразил владыку демонов и всех его приспешников. Затем он запечатал врата, соединявшие мир с помощью меча. И хотя в большинстве записей это оружие практически не упоминается, многие полагают, что речь идет о мече Спарда. Тем не менее, в трактате о демонических мечах мне удалось отыскать следующее. Темный рыцарь Спарда разделил свою силу на трое. Один меч носил его имя, второй клинок был назван в честь возмездия, третий же нарекли именем бога смерти. Если это правда, то помимо меча Спарда существует еще два меча. Меч Спарда был запечатан самим темным рыцарем, однако никому пока не удалось найти такой информации о местонахождении двух других клинков. Поняли? Так. Это можно все забыть. Ага, стоять. И. Вдруг ему что-то прибавились. Погероем. Погим. А, у нас еще бегемот, точняк. Новый. Время от времени самый... Так. Там встречаются демоны до такой степени... Так. Прожорливый и алчный. Так. Алчущей силы, что они жрут своих же сородичей. Видишь, другие демоны сковали его рот цепями. Приятно осознавать, что даже им не очень-то хотелось стать чьи-то обедом. В оковах этих гигант еле передвигается и представляет собой жалкое зрелище. Опасность минимальная. Но стоит их снять, и он придет в бешенство и начинает жрать всех подряд. Так... Закусит парочкой своих друзей. Отлично. Но ты не обижайся, если он твои булками закусит. Не, он быстрее, знаете, быстрее на крокодила похож, чем на бегемота. О, еще никто есть, вот. Это те, которые танцующие. Так, на первый взгляд можно показаться, что эти уроды сформировали лишь отчасти. Так. Отчасти, что они слишком рано получили, так, вылупились из яиц. Признаю, я еще немного о них не знаю. Недоразвиты или нет, но они с легкостью порву тебя, если задеваешь. Так, не обманывайся их культятками. Они сильнее трех обычных демонов вместе взятых. Так чего еще стоит бояться? Магических сил, конечно же. Если они начнут танцевать, значит они выкладывают адскую энергию из атмосферы, в смысле.
Еще так, мне не дают покой это их маска. Они для них очень важны. Но я пока не знаю почему. Скорее всего, скрывает слабое место ихнее. А то, что типа они кастуют что-то, я вообще не видел. Боссы. Да, боссы тоже никто. А, во, ё-моё. Так, может, так чего же это боец, а еще мне дают покой, они для тебя, ну я не знаю почему. Ни хрена себе. Я думал, там что-то другое скрывается. Пипец, там рука, смотрите. Рука энергии. И башка какая стрёмная. На червячков смотрю. Ну, в принципе, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. И следующая серия у нас будет, получается, пробудившаяся. Поэтому как-то так. Всем пока.